нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Мы вновь вступаем в дни Святого и Великого Поста. Я прошу прощения у всех, кого обидел словом, делом или помышлением, вольно или невольно. Простите, дорогие братья и сестры, простите, друзья. Господь вас простит и помилует. Время Великого Поста – это время покаяния. Об этом и в эти дни, и после них, в течение всей Святой Четыридесятницы будут говорить наши архипастыри и пастыри, будут говорить активные миряне, выступая в средствах массовой информации, общаясь с разными людьми в разных аудиториях, светских и церковных. И именно покаянный настрой во время Великого Поста является тем главным, что должно быть в жизни христианина в эти святые дни. Многие внешние люди будут рассуждать о том, что можно есть и чего есть нельзя, как пользоваться интернетом, какие новости смотреть, соблюдать ли информационный пост, а это новое слово, но очень важное слово, действительно ограничение того, что входит в тебя, то есть той информации, которая влияет на твою душевную жизнь, на твое внутреннее состояние, это очень важное для современного человека ограничение. Но все-таки не случайно. Весна духовная, Великий пост – это прежде всего время покаяния. Как сегодня относиться человеку к этому понятию, к этому слову «покаяние»? Не получается ли так, что оно в корне противоречит тем состояниям, которые для современного человека принято считать обычным, и которые, если не рекламируются прямо, то исподволь навязываются как естественные, как нормальные, как якобы свойственные в обязательном порядке человеческому естеству? Какие это состояния? Это гордость и уныние. Покаяние не имеет ничего общего ни с гордостью, ни с унынием. Оно противостоит обоим этим состояниям человеческой души, которые сегодня многие воспринимают как некую норму. В современном мире принято хвалиться и отрицать собственные проступки, собственные грехи. Значительная часть окружающей нас массовой культуры, политической культуры, стереотипов поведения людей направлены на то, чтобы показать окружающим людям: я хороший, я лучше других, по крайней мере, не хуже других. Многие люди хвалятся своими достижениями, своим здоровьем, своим рассудком, своими знаниями, своими навыками, своими успехами в той или иной области. И при этом очень часто эти же люди стараются сделать все, или их подталкивают к тому, чтобы они сделали все, чтобы максимально забыть о своих проступках и недостатках. Культ внешнего благополучия, не только материального, но и психологического, буквально захлестнул сознание многих людей через массовую культуру, через СМИ, отчасти через систему образования, через систему психологической и психотерапевтической помощи. Если у тебя есть некая мысль о том, что ты сделал что-то неверно, от этой мысли нужно избавляться. Люди пытаются бороться со своей совестью. Им помогают в том, чтобы с ней бороться. Целые психологические и психотерапевтические школы направлены на то, чтобы избавить человека от неприятных воспоминаний о совершенном грехе, о совершенных неправильных поступках, о неправильных мыслях и словах. Людям пытаются внушить: вы не виноваты. Да, что-то было, но нужно просто забыть об этом. Если было что-то плохое, нужно убедить себя в том, что любое чувство вины – это ложное чувство, что оно должно быть изглажено и забыто, что совесть – это либо нечто несуществующее, либо нечто мешающее. Сознание собственного греха, сознание собственных ошибок, заблуждений, несовершенств якобы мешает человеку быть успешным, довольным собой, проявлять себя как человек здоровый, как человек сильный, как человек, принимающий всегда самостоятельные решения. И так создана целая индустрия, которая направлена на то, чтобы избавить человека от совести. Но убить ее полностью нельзя. Без всяких индустрий пытаются многие люди убить ее разными способами. Уходя в работу, становясь так называемыми работоголиками, уходя в наркотики, уходя в алкоголь, уходя
в попытке при помощи разных методик, новомодных методик, убедить себя в том, что совесть можно заглушить, растворить, чувство вины нужно и можно покрыть забвением. И тем не менее совесть прорывается, как трава сквозь асфальт, и заставляет человека понимать, то, что он совершил неправильного, нуждается в покаянии и очищении. Его душа нуждается в том, чтобы стать другой, и она не сможет стать другой только через забвение или через постоянные попытки уговорить себя в том, что ты хороший, ты не делал ничего плохого, ты живешь правильной жизнью, даже если все вокруг тебя говорят, что это не так, и твоя собственная совесть тебя в этом обличает. Итак, покаяние противостоит гордыне. Оно говорит человеку: без Бога ты не можешь делать ничего. Храм твоей души осквернен, и ты сам не в состоянии его очистить. Многие поступки, многие слова и мысли налагают на тебя тяжкую вину, более того, закрывают для тебя дорогу в вечную жизнь, и твою нынешнюю земную жизнь делают несчастной, потому что твоя совесть обличает тебя и побуждает тебя к тому, чтобы ты изменился. И никакое бегство, вещи, отключающие ум и убивающие совесть, не смогут человека окончательно избавить от вины за грехи. И об этом покаяние говорит, противостоя человеческой гордыне и самоуспокоенности, противостоя тому ложному душевному миру, который навязывается человеку теми, кто хотел бы заработать политический или финансовый капитал на якобы исцеление его от душевных мук. Но покаяние противостоит и другому неправильному душевному состоянию, отчаянию, унынию, которое к отчаянию ведет. Некоторые психологи и психотерапевты, некоторые глашатые абсолютной человеческой свободы и автономности от Бога говорят: если ты будешь видеть свои грехи, если ты будешь видеть свои несовершенства и заблуждения, а тем более каяться в них, куда тебе дальше идти? Только к полному концу всех твоих жизненных надежд, к унынию, к отчаянию и к самоубийству. Если ты грешен, если ты порочен, если ты не можешь своими силами справиться с собственными грехами, значит, вся твоя дальнейшая жизнь будет безрадостной, унылой, чудовищно пессимистичной. Но на этот неправильный посыл, на это искушение у христианина есть ответ. Покаяние подразумевает прощение Божие. Покаяние подразумевает, что Господь снимает с нас всякую вину за грехи и изгоняет из жизни последствия грехов, пусть не все и не до конца, но очень многие. А самое главное, делает нас способными жить дальше и не грешить. Не по нашему дару, не по количеству прочтенных молитв, не по количеству сделанных добрых дел, а по своей благодати Господь посылает нам такую возможность, такое счастье, такой дар – жить святой жизнью, свободной от греха и от того, чтобы чувствовать вину за этот грех. Люди, которые рассуждают о грехе и покаянии только в категориях борьбы с собственной совестью, и которые считают, что любое сознание собственного греха – это нечто убивающее полноту жизни, не знают самого главного и отказываются увидеть самое главное – Божию любовь, Божию благодать, Божие прощение – то, что делает человека новой тварью во Христе. Поэтому покаяние никогда не имеет ничего общего с унынием и отчаянием, с мыслями о том, что жизнь кончена, остается только полезть в петлю или броситься с крыши, как это делают некоторые юные совершенно существа сегодня, считая, что они не в состоянии справиться с собственными проблемами. Покаяние – это всегда дверь к Богу, это дверь к жизни, к полноте бытия, временного и вечного. Покаяние – это знание о том, что Господь прощает наши грехи и делает нас другими. Этого не могут многие понять. Это отказываются принять прежде всего те, кто ненавидит сегодня веру и церковь. Но нам нужно продолжать смиренно и спокойно говорить о том, что мы знаем здесь, в нашей церкви, в нашей жизни действует сила Божия, и по нашему покаянию нам дается дар прощения и дар новой жизни. Сегодня многие спорят и о том, может ли быть
коллективный грех и коллективное покаяние. Это область богословских дискуссий одна из самых сложных. Мы знаем из Священного Писания, что Господь миловал и наказывал целые народы. Мы знаем из творений святых отцов, что Господь не выстраивает отношения только индивидуально с каждым человеком. У Него есть свои отношения со всем человеческим родом. У Него есть свои отношения со многими народами, с церквами, о чем мы знаем из книги «Откровения святого Иоанна Богослова», с разными сообществами людей, живущих, в частности, в том или ином городе, в том или ином селе. В Адаме все согрешили, и Господь весь человеческий род искупил, давая тем, кто идет за Ним, кто верует в Него, кто исполняет Его заповеди, возможность жить вечно, возможность пребывать в Его Царстве. Современное мышление, социологическое, правовое и даже богословское, склонно сводить все процессы, относящиеся к той или иной сфере общественного бытия, только к жизни индивидуума, отдельного человека. Некоторые направления общественной и даже богословской мысли пытаются приучить нас к мысли о том, что кроме человека в мире ничего нет. Нет ни государства, ни семьи, ни общественных организмов, ни совокупности жителей того или иного места. Есть только отдельный человек, и некоторые скажут, что над ним есть Бог, и отношения между Богом и человеком – это только личные отношения, а некоторые скажут, что Бога нет, и значит, есть только один человек, а все, что вокруг него – это либо выдумки тех или иных общественных лидеров, либо просто вещь, которую человек должен игнорировать или которая имеет смысл ровно настолько, насколько она служит его индивидуальным интересам. Но в истории христианства и в священной библейской истории мы знаем о том, что могут и народы грешить и каяться, и Господь видит их соборный грех и соборное покаяние. Не стоит идти за теми, кто пытается говорить о коллективном покаянии за грехи, которым никто из ныне живущих не причастен, будь то восстание декабристов, те или иные войны и потрясения, иногда предлагают каяться и во всем этом. Но у нас есть возможность общенародного деятельного покаяния за то искривление исторических путей России, которое произошло в 20 веке. Это покаяние не просто символический акт, это изменение нашей жизни. Метания, изменение ума, за которым, конечно, должно следовать и изменение дел и слов. Святитель Московский Алексей говорил, что только то есть истинное покаяние, после которого прежние грехи презираются. Пусть вот это изменение жизни, начало жизни без греха, начало жизни по Божьим заповедям и по истинной вере станет соборным покаянием нашего народа, которое складывается из изменения ума и сердца, из изменения слов и дел, из покаяния на исповеди и из покаяния в уединенной молитве многих и многих людей, составляющих народы Святой Руси. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.